В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так. Ну что, начинаем наше занятие. Сегодня мы будем заниматься вот таким прекрасным соединением, как свип. The sweeping pinch seam has a very elegant appearance, which requires practice and good craftsmanship to produce. This is a perfect construction for roofs with low pitches, as well as for flashing around chimneys. Этот элегантный sweep. Пальц требует большого мастерства для того, чтобы его сделать. И украшает крыши своим прекрасным видом. Вот так вот это первый этап. One, the first step, the second step, the third step and the fourth step. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши учебные видеосъемки. И я вам предлагаю тонну интересных видео, которые сняты за последний месяц. Такие как окончание гребня, два варианта. Полукруг и под 45 градусов. Примыкание рядового 11 серий. Подробно, шаг за шагом, рассказывается, как делать примыкание, используя бумажные выкройки, которые я беру из практического руководства компании Кэмье, то есть фирмы, которая поставляет медь по всему миру. Заходите на мой канал, смотрите мои видео Фальц онлайн. Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов и встретимся на онлайн-курсах фальцевой кровли. Удачи! В феврале этого года в колледже животных ресурсов я принимал участие в качестве эксперта в судействе молодежной команды, которую подготовили для участия в конкурсе. Вот здесь я являюсь судьей. Вот мой сертификат эксперта. Спасибо за просмотр. Следовательно. Ну вот мы сейчас подготовили. Подготовили вот такой вот уже у нас есть такая картина. Уже все разметили, значит, как она выглядит. Здесь у нас идет, откладываем мы 70 миллиметров. 70 миллиметров, вот они указаны. И, соответственно, находим нашу биссектрису, вот она. И все это переносим на металл. Ну, а выглядит она
Если взять ее в нашем случае, то вот у нас наша правая сторона, это вот она, правая сторона. И, соответственно, если мы сейчас будем проверять по ней, как это выглядит, то мы посмотрим, что здесь мы практически уже все сделали. То есть мы наш скат, вот он, угол ската вот установили, вот он угол ската, это по-английски roof pitch, вот он, roof pitch. И, соответственно, провели линию гиба, это биссектриса. Вот так вот она выглядит. Вот. Приложили, провели эту биссектрису. Вот. Теперь нам нужно все это подготовить. Но сначала нужно, конечно, потренироваться на бумаге, потому что бумажные все приготовления, они потом здорово облегчают работу. Вот, то есть нам нужно будет вот подготовить вот так вот эту часть. И, соответственно, нам надо будет вот это отогнуть. То есть нам фактически нужно сделать вот такую складку. Вот такую складку нам нужно сделать. Единственное, нам придется вот здесь вот сзади делать ослабление. Вот такое небольшое ослабление. Фальц онлайн для новичков. Где научиться, как стать кровельщиком? Онлайн-курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста-практика. Обучение по немецким первоисточникам. 2 месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн-платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы. Вот так вот это выглядит, ослабление. То есть мы его должны так немножко подрезать. Но сейчас в процессе работы мы все это будем делать. То есть у нас фактически, как, по каким линиям мы гнем? Мы гнем вот по этим линиям. Вот у нас. Потом у нас линия вот эта гиба. Вот она. И линия гиба у нас биссектриса. То есть у нас одна линия уже отогнута. И теперь нам надо отогнуть вертикальную, горизонтальную и биссектрису. Вот эти линии нам надо сейчас отогнуть.